я надеюсь, что действительно скоро и вакцина начнет применяться, и по всему миру мы начнем ездить, и просто вернемся к нормальной жизни, ходить спокойно в рестораны, гулять, веселиться, петь, плясать, танцевать и целоваться без масок. Николай, расскажи, пожалуйста, о вашем номере на «Любовь бессмертная» написано. Во-первых, это потрясающая песня, которую написали мне Виктория Кахана, Алексей Романов и Михаил Гуцериев. Это песня для меня. И я тебя, Полиночка! И это для меня очень сугубо дорогая для меня композиция, потому что эту песню, это была последняя песня, которую слышал мой отец, которого не стало в прошлом году. Поэтому мне хочется верить и надеяться, что действительно любовь к нашим родным и близким, людям, которые, это прежде всего родители, бабушки, дедушки, с ними, когда душа улетает, то она всегда остается где-то рядом с нами, мы чувствуем их присутствие, поэтому любовь бессмертна для меня очень важна. Сегодня на песне года. Сегодня на песне мы сделали номер, это будет очень красивый, воздушно-постановочный номер. Будет парить гимнастка, которая будет изображать, наверное, ну, как для меня, это вот что-то божественное, что-то духовное. 8 песен Николая Гуцериева сегодня представлены на песню года. Скажите, как вы считаете, в чем его успех как поэта? Ну, потому что он пишет о том, что он сам все прожил. О тех чувствах, о тех разочарованиях, о тех победах, о тех радостях. Когда и при этом за столько лет такое успешное творческое развитие, что вот для меня стихи написаны «Любовь бессмертная», я считаю их просто уникальными. Николай, можно задать вам вопрос? Расскажите, как вам выступать на ВТБ-арене? Не, ну ВТБ-арене все нравится, только все так запутанно, теряешь, где пройти, где выйти, куда потом пойти. Все время с провожатыми надо это делать. Ну а так зал прекрасный.